Всем привет. Извиняюсь за голос. Сильно болею. Но просто не удержался, чтобы не сделать этот анбоксинг. Так как эту посылку я ждал 73 дня. Я уже мысленно с ней попрощался. Так что да, в таком состоянии я постараюсь прокомментировать. Сегодня у нас 22, по-моему, января, если мне память не изменяет. А заказал я 26 октября, оплатил, да. Вот там как все упаковано, с пенопластиком. Так, ну вот так, долгожданный аппарат. Планшетник. Фирма Inno. Так, там что-то еще должно быть. Спасибо. Совпал мой заказ блок питания со съездом коммунистической партии там очередным в Китае. Мою посылку долго не отправляли. Еще не знаю, как-то там все так сложно. Это в ноябре там на почту она поступила, потом потерялась, потом в декабре снова что-то сказалось, снова в Китае через месяц. И опять тишина. И потом в январе что-то опять где-то трекнулось, в России оказалось. Я уже думал, ничего мне не дождаться. Давайте глянем. Я никаких там ТТХ не буду расписывать, потому что я ничего в этом особо не смыслю. Это мой первый планшетник. Вообще первое устройство на Android. Ну как видели, да, упаковано все. Шикарно. Блестяще, я бы так сказал. Ничего, даже коробочка бы помялась. Так, что у нас тут? Не знаю, что это такое. Так, ну это с микро USB на USB переходничок. Здесь опять же это его подключать, видимо, к компьютеру. Я не знаю, что это такое. Гарнитура какая-то, что ли. Ух ты. Чуть оторвал подушечки. Да. Гарнитура. Это, наверное, гарантийник. Ну, вот такую еще штуку дали в комплект. Вот такой вот блок питания для зарядки. Вот таким образом буду заряжать его. Ну, как бы никакой тут пленочки я не наблюдаю защитной. Не знаю, вообще он заряжен, нет, он 73 дня ехал, наверное, уже. Никакой зарядки тут нет. Вот, смотрите, что-то появилось.
Подождем. Опа. Ну, время. Время, конечно, неправильное, но день правильный. Так, ну, куда? Хочки, хочки. Ну, в общем, такая вот штукенция. Я дам ссылочку на магазин, на продавца. И все, наверное, я тут сейчас буду сам настраиваться, разбираться. ТТХ посмотрите, кому интересно. Все, спасибо. И можете меня поздравить. В принципе, блин, я дождался вот этот планшетник. Сегодня еще одна посылка, кстати, пришла также, которую очень долго ждал, очень не менее ценная для меня была. Но там было два ножа. Я еще даже ее отбоксик не делал. Все, всем спасибо, всем пока.